нас тут проблема? Я не хочу умирать! 33-й собирает гражданских? Зачем? О, черт! Они их всех убьют! Надо что-то сделать, Уокер! Сейчас сделаем! Тогда надо поторопиться! За мной! Есть контакт! Приказы! Сейчас многие задают тот же вопрос! Зачем? Ну? Они нас знают! Я и сам хотел спросить вас о том же! Мы же заключили перемирие! Вы его нарушили! Вы сами! Мы предложили вам сдаться! Вы отказались! Зачем? Зачем? Зачем мы это сделали? Вот ваш выбор! Не наш! Теперь могу предложить вас сейчас! Проблема. Я не хочу умирать! 33-й собирает гражданских? Зачем? О, черт! Они их всех убьют! Надо что-то сделать, Уокер! Сейчас сделай! Тогда надо поторопиться! За мной! Есть контакт! Приказы! Сейчас многие задают тот же вопрос! Зачем? Ну? Они нас знают! Я и сам хотел спросить вас о том же! Мы же заключили перемирие! Вы его нарушили! Вы сами! Мы предложили вам сдаться! Вы отказались! Зачем? Зачем? Зачем мы это сделали? Вот ваш выбор! Не наш! Теперь могу предложить вам сейчас!
хочу умирать! 33-й собирает гражданских? Зачем? О, черт! Они их всех убьют! Надо что-то сделать, Уокер! Сейчас сделай! Тогда надо поторопиться! За мной! Есть контакт! Приказы! Сейчас многие задают тот же вопрос! Зачем? Ну, они нас знают. Я и сам хотел спросить вас о том же! Мы же заключили перемирие! Вы его нарушили! Вы сами! Мы предложили вам сдаться! Вы отказались! Зачем? Зачем? Зачем мы это сделали? Вот ваш выбор! Не наш! Теперь могу предложить ваш пикап! Есть контакт! Ты как, Уокер? Что-то ты притих. Думаю, что нам делать дальше. Может, с нами поделишься? Судя по всему, Роклиты начали грызться друг с другом. И кто бы там ни победил, они решили остаться и захватить Дубай. Просто кошмар. Ага. ЦРУ бог знает сколько пытается все разгрести. И теперь они знают о городе все. В том числе и про Конрада? Именно. Если мы найдем агентов ЦРУ, то найдем и Конрада. Бог ты мой! Что там? Я кое-что нашел. Послушайте. Включай.
Ваше имя, звание и часть. Агент Дэниел, ЦРУ. Отлично. Лейтенант Дэниел, зачем вы и ваши люди прибыли в Дубай? Мы искали выживших. Ладно. Думаю, он говорит правду. Начинаем. Хватит. Есть. Поищи источник сигнала. Я уже нашел. Сигнал идет оттуда. Зато мы знаем, что один агент жив. Больше одного. Проклятые не зря запустили такую трансляцию. На живца берут. Так точно. Логично. Сигнал идет оттуда. Из глубины. Проклятые забросили крючок. Пора вытащить. Это же ловушка. Несомненно. Но весь город сошел с ума. Дэниелс — наша единственная надежда. Пожалуйста, смотри. Зачем вы вступили в контакт с местным населением? Что? За мной. Агенту Дэниелсу нравится лагерь истины. Что бы кто ни говорил, а среди ребят из нашей конторы Дубай по-прежнему самый популярный курорт. Эй, Брэдл, жвачка есть? Последняя, держи. Чувак, последнюю не возьму. Бери, я украл ее у Бенсона. А, ну, да пошел он. Глушители, снять часовых. Это точно. Сейчас я его. Майор, пришло сообщение из башни. Стой, я брал. Мы понесли. Там дальше солдаты. Но нейтрализа... Вперед! Осторожно! Электрика! Подкрепление уже в пути! Группа приготовится! Поем! Песни-то! Пожалуй, не спи! Повторяю, уничтожены! На позиции! На нижнем этаже полно врагов! Вперед! Враг не укрытие! За всем этим кто-то стоит. Это тот парень с радио. Черт, ты уверен? А иначе почему в Дубае все спятили? Это верно. Группа ЦРУ. Название Серый Лис. Состав: Томас Дэниелс,
Брайан Каставин, Джефф Рикс и Рик Гулд. При допросе Дэниелса выяснилось, что ЦРУ несет ответственность за нападение на блокпосты 33-го. В нападениях участвовало местное население, так называемые повстанцы. Мы полагаем, что повстанцы действуют на всех неподконтрольных нам территориях. На допросе Дэниелс указал координаты вероятного расположения их базы. Дата рейда уже назначена. Наша цель — нейтрализовать силы ЦРУ и восстановить порядок в районе. В крайнем случае используем Дэниелса как приманку для остальных членов Серого Лиса. Стойте! Здесь снайперы. Снайперка. Пригодится. Скаут тактикал. Неплохо. Похоже, нас ждут. Пойдем сейчас, мы трупы. Там еще снайперы на крыше! Не высовывайтесь! Ладно, идем. Скольких людей вы привезли, агент Дэниел? Нет.
должен поговорить с Конрадом. Правда? Думаешь, Дэниелса надолго хватит? Вряд ли. Этот диджей у них за главного, ничему не удивлюсь. С чего ты взял? Кажется, я его знаю. В Кабуле с 33-м ездил один странный журналист. Не хотел бы столкнуться с ним в бою. Я с ним не общался, но полковник очень ему доверял. Я не понял, с чего бы. Похоже, доверие не довело до добра. Так с чего ты решил, что это он? По голосу. Такой ни с кем не спутаешь. Сигнал пока тухлый. Надо спуститься ниже. Черт!
Черт! Адам, слуга, слышите? Черт, нет сигнала. Все лучше и лучше. Мне срочно нужна винтовка. Уокер, ты слышишь? Да. Ты в порядке? А что, похоже? Бегом сюда, живо! Уже идем. Адам, слуга, слышите? Держи! Черт! Нет сигнала! Все лучше и лучше. Мне срочно нужна винтовка. Не останавливаться! Это идет! Боже, прикрой меня! Прикройте! Да! Внимание, ребята! Ты в порядке? Нет, погружайте! А что, похоже? Бегом сюда, живо! Уже идем! Сила. Лифт опять сломался. Мы шли по лестнице. Отставить шутки, сержант. Что? Да ладно, Адамс. Я живой. Не надо кипятиться. Так нельзя. Знаю, знаю. Лука, нашел источник сигнала? Да, мы близко. Тогда идем. Ну, попал! Адамс, открой эту дверь. Минуту.
Черт! Что такое? Множественные цели идут за нами. Мы в ловушке. Уокер, там турель стоит. Прикрой меня, а я взломаю дверь. Не вопрос. Держим их. Вперед, пошел, пошел. Я с ним разберусь. Только дай цель. Следите за контейнером. Враг, внимание! Цель меняет позицию. Мины, не подпускайте их близко. Нет, сэр. Нужно выбить этот пулемет. Я ошибся. Готовьтесь, они ждут. Здесь никого нет. Капитан, на лестнице! Вижу. Если это Дэниелс, то он давно умер. Это ловушка. Происходит, Луга! Да хрен его знает! Успех? Вы кто такой? Я? А вы кто такие? Капитан, пошел ты нахрен! Что ж, капитан, ловушка предназначалась для Гулда, а вы не он. Я вообще не знаю, кто вы. Никто не знает. Это опасно. Опасно кому? Да всем. Скажите честно, вы же не думали, что мы вас просто так сюда пустим? Вообще-то думали. Мы ищем выживших. Вы их нашли. Вот как бывает. Давайте, парни! Капитан Уокер! Это что? Сверху! Это Гулд! Уходите! Откуда вы знаете?
Понял, принято. И ты им веришь? Есть другие идеи, спешу услышать. За мной. Патронов нет, перезарядка! Сейчас сделай. Тогда надо поторопиться. За мной. Есть контакт. Приказы. Сейчас многие задают тот же вопрос. Зачем? Ну, они нас знают. Я и сам хотел спросить вас о том же. Мы же заключили перемирие. Вы его нарушили. Вы сами. Мы предложили вам сдаться. Вы отказали. Зачем? Зачем? Зачем мы это сделали? Вот ваш выбор. Не наш. Теперь могу предложить вам... Все, что можем. Ну, Адамс, открывай дверь. Как прикажешь. Капитан Уокер, как слышите меня? Прием. Вас слышу, прием. Фу, я боялся, что потерял вас. Нам пришлось несладко, но мы живы. Что тут творится? Безумие, капитан. ЦРУ отправила нас искать выживших, а мы попали в Дубай, раздираемый войной. О Конраде что-нибудь слышно? Нет, я не слышал. Хоть и в курсе, что он еще жив, но если так, он где-то скрывается. Черт! Осторожно! Вертушка! Луга, верни связь! Не могу, сигнал пропал. Внимание! Что-то не так, Адамс? Слушай, проклятых нужно остановить. Но революция Гулда только все портит, нет? Эй, он спас нам жизни! И другого выбора у нас нет!
Эй, сюда! Похоже, я нашел выход. Ну-ка, отойдите. Бегом за мной, живей! Возможно, он ранен.